Как оплатить заказ в Wildberries с банковской картой? Оплата принимается как в пунктах самовывоза, так и в случае доставки заказа курьером при помощи мобильных терминалов. Произвести оплату заказа можно в течение 24 часов с момента его оформления. Во вкладке «Оплата при оформлении заказа» нужно выбрать иконку «Онлайн-оплата картой». Вся информация, которая указывается при произведении онлайн-платежей, конфиденциальна и защищена от мошенников SSL-протоколом. Как оплатить заказ в Wildberries с бонусами «Спасибо» от Сбербанка? До недавнего времени совместно со Сбербанком России действовала акция, при которой до 99% от суммы покупки можно было оплатить бонусами «Спасибо» от Сбербанка. Их можно было использовать, выбрав способ оплаты банковской картой и указав в нужном поле сумму бонусов, подлежащих списанию. Данная акция регулярно продлевается. На сайте «Спасибо Сбербанк» ру вы можете узнать о ее обновлении. Оплата заказа в Wildberries при получении. Самый привычный и простой способ оплаты. Получить заказ вы можете в многочисленных удобных пунктах самовывоза или при доставке курьером, заплатив при этом наличными или банковской картой после бесплатной примерки. Выбрать этот способ можно при оформлении заказа, нажав на иконку «Оплата при получении». Оплата заказа в Wildberries с помощью Яндекс. Деньги. Такая оплата будет доступна при наличии кошелька в электронной системе платежей Яндекс. Деньги при выборе данного способа заказ оформляется на доставку только после поступления оплаты. Оплатить заказ можно в течение 24 часов после оформления, в противном случае он будет отменен автоматически. Во вкладке «Оплата» при оформлении заказа нужно выбрать иконку «Яндекс». Деньги, после чего вы будете автоматически перенаправлены на страницу оплаты. Останется только войти в свой электронный кошелек и подтвердить перевод средств. Оплата заказа в Wildberries с помощью Kiwi. Оплатить покупку можно и через Kiwi Wallet, Kiwi кошелек. Выбираете иконку «Kiwi кошелек», во вкладке «Оплата» от вас потребуется указать номер телефона вместе с кодом страны, после чего вы будете автоматически перенаправлены на сайт платежной системы Kiwi Wallet. Оплату можно производить не только со счета Kiwi кошелька, но и с лицевого счета мобильных телефонов сети МТС, Мегафон, Билайн, а также с привязанной банковской карты. В случае отсутствия оплаты в течение 24 часов заказ отменяется. Оплата заказа в Wildberries с помощью WebMoney. Произвести оплату заказа можно также с использованием системы электронной платежей WebMoney. Выбирайте для себя самый удобный вариант и отправляйтесь на онлайн-шоппинг.